Привет, клуб интеллектуального туризма, с вами я, Анисимов Дмитрий. У нас сегодня ходовой день 11, но я хочу показать вам немного своего быта. Там стоит наш лагерь уже, уже все занимаются какими-то делами, кто дрова рубит, кто еще что. Комаров, тьма, это нормально. Сегодня мы ночуем в палатках. Завтра, ну, не очень сложный день у всех, достаточно сложный день у меня, потому что завтра мне надо как минимум 3 ролика снять. И хочу немножко вам показать, как проходит подготовка и как проходит быт в палатке. Давайте смотреть. Мы на таком мысике. Справа и слева течет вода. И завтра мы будем проходить в очередной раз на обратной дороге через перевал Дятлова. Сегодня мне нужно к этому подготовиться. Прикольно поставил палатку. Смотрите, у меня тут даже есть столик в виде камня. Но, конечно, тут грязновато. Ну и ладно. Чисто вообще мало вокруг осталось. Короче. Я думал, дождь начался. А это пропал ветер. И все вот эти точки, это все комары. У меня здесь палатки ни одного нет. Я что-то боюсь выходить. А там вон вещи сушатся наверху. Ну что, ребята, переместимся в палатку. Здесь очень влажно все и холодно. И я поел, поэтому мне стало чуть теплее. Давайте заценю, как это вообще протекает. То есть сегодня какой уже день? 12-й день путешествия. Ну и само собой. Ты весь грязный, как поросенок. Но на улице... Что, ты запотела, что ли, камера? А, вроде нет. Но на улице дубарь, поэтому... Поэтому вот так вот. В путешествиях ты переосмысляешь вообще все. И вот даже маленький целлофановый пакетик принесет тебе пользу из-под семечек. Семечек в нем давно уже нет, но пакетик важный, потому что в него... Потому что это мусорка. Это мини-мусорка. Она здесь пусть лежит. Так. А, в углу сохнут ботинки, я их неправильно поставил. Их нужно поставить вот так. Вот так их нужно поставить, чтобы конденсат в них не затек ночью. И чтобы, ну, короче, чтобы хоть что-то подсохло, но так-то они... Но они достаточно крутые ботинки, поэтому они только влажные. То есть тебе не получится высушить ботинки, если вокруг влажность. Это понятно. Но зато они не будут откровенно сырыми. Дальше. Тут немножечко чаю тепленького на ночь. Учитывая, что мне сейчас готовится к завтрашним роликам. Там сохнут кроссовки для стоянок, чтобы ноги отдыхали, потому что трекинговая обувь — это практически латы. Я нашел рог северного оленя, поэтому здесь еще и рог. Вот это дождевик, который меня очень спас сегодня. До этого нас как-то погода щадила, мы были ли в модулях, или еще где-то в дожди. А в последнем модуле сегодня с утра буквально нашел там оставленный, или забытый кем-то, или оставленный специально, чтобы не нести вес. Ну, понятно, какие здесь расстояния. Мы в итоге пройдем 300 километров пешком, не по дорогам. Или по таким дорогам, которые трудно назвать дорогами. В общем, он меня сегодня выручил, этот дождевик. Я, наверное, его заберу совсем, дома подлатаю. Спасибо человеку, который его оставил, ну или который его забыл, я аж не знаю. Одежда, она же подушка, спальник у меня очень легкий, и сегодня я об этом пожалею ночью. Носки на дорогу сушатся. Ну как сушатся, опять же, они не будут суше, чем все вокруг. Но ладно. Одежда на ночь, целая огромная стопка, тоже влажная. Коробка с техникой, где заряжается камера сейчас. Телефон я уже зарядил, потому что надо писать треки, чтобы потом в ролик все это вставить. Здесь все подряд. Начиная от медицины, заканчивая кое-какой едой и, ну и так далее и тому подобное. Есть фонарик, которым я почти не пользуюсь, потому что это север. И здесь белые ночи, свет здесь не нужен. Но сегодня буду читать, и мне сегодня пригодится. Что сегодня я буду читать?
Вот здесь у меня целый талмуд приготовленный. Завтра мы снова проходим во второй раз уже мимо перевала Дятлова. И я хочу немножечко завтра рассказать про самих ребят и про мракобесные версии, которые высказывают некоторые личности. Вот. Ну, сейчас буду готовиться ко сну и покажу вам что-нибудь еще. В таких походах стирка крайне важна. Вот гермомешок для чистых вещей, гермомешок для грязных вещей. И когда есть возможность, вот сегодня бесполезно стирать, потому что ничего не высохнет. И если я постираю трекинговые носки, они будут сырые завтра, далеко я не уйду. Но если есть возможность, это обязательно стирка. Вот надеюсь, завтра будет возможность постирать, сушить как получается, крепить на рюкзак на день и стирать. Личная гигиена тоже крайне важна, нельзя пренебрегать ни в коем случае. И умываться. Открыл для себя крутую штуку. Обычный санитель для рук, который вот носят там, не знаю, с собой по городу. Реально им можно помыться всему. Вот прямо здесь ты можешь им помыться. Каким-то там, вот это еще, наверное, на раз остается. И когда очень холодно, можно, ну ты не собьешь с себя грязь, но ты хотя бы, наверное, микробов помочишь. Короче, крутая штука. Такой вот лайфхак, который я здесь нашел, можно сказать. В итоге на мне шапочка. Это очень важно. Мерзнущая голова, это вообще очень плохо. Две футболки. Колготки какие-то, не помню, где их даже взял. Двое трусов, двое носков и спальник. И все равно холодно. И шибко тепло-то не будет, потому что все влажное. Вот, ну и еще мне сейчас надо кучу всего прочитать. Сейчас будем готовиться.